Саламу алейкум, всем достойным людям, остальным привет. Я вот сейчас недавно увидел выступление или обращение, как это называть, не знаю, Тактарова. Я хочу ему ответить на его эти слова. Приезжайте к нам. Зачем призывать кого-то? Приезжайте к нам продолжать миссию своего героя Ермолова. И я, Мухаммад Хабиб, лично обещаю тебе и тебе подобным ермоловцам и всем тем, кто считает героем его, вы найдете здесь свою могилу, как нашли такие же ермоловы, сотни ермоловы, как нашли свои могилы здесь, вы тоже найдете. Приезжайте сюда, приглашаем вас всех. Любой, кто приедет к нам, как ермолов, они найдете свою могилу здесь, иншаллах. А любой, кто приедет сюда как брат, друг, кунак, они найдет здесь дружбу, братство, только добро. Приезжайте. Один раз тебя достойно, с уважением здесь хабиб встретил. А здесь много хабибов и много Мухаммад хабибов. Мы вас встретим другой раз по-другому. Мы вас ждем или сами найдем. Приезжайте, потомки Ермолова.